Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Не так давно, примерно неделю назад, я говорила вам и показывала о том, как я обрабатываю свою теплицу шашкой табачной вулкан. Я показывала вот этого червячка, говорила, что в теплице очень много вот таких вот тонких коричневых червячков и других насекомых, что теплица очень густо населена ими, и я вынуждена обрабатывать шашкой. Но выбрала именно шашку вулкан, как щадящую, потому что тут, вот видите, я читала вам инструкцию, что можно обрабатывать при высаженных уже растениях. Я побоялась обработать серной шашкой, потому что она очень такая резкая, жесткая. Думала сохранить свои растения, взяла более мягкую, это новинка. Я читала вам инструкцию, там такой большой перечень вот этих насекомых от белокрылки до всяких, до паутинных клещей, все-все-все. Я думала, что умрут все насекомые, но вот я ее сожгла, вот что у меня осталось. Прогорела она полностью, был дым такой, но, к сожалению, ни одно насекомое не пострадало после обработки этой шашкой. Вот вы видели сейчас вот этот червячок, я сейчас пришла вынимать выемку капусты из грунта для пикировки и увидела все эти коричневые червячки, все жучки, паучки, все остались целые. Очень гуманная шашка вулкан. Конечно, я понимаю, что животных, этих насекомых нужно беречь, но в теплице они поедают наши все саженцы. Ну и вот такое разочарование. Я не знаю, может быть, это только мне так не повезло, но вот эта новинка, шашка табачная вулкан. Будьте готовы к тому, что вы отдадите деньги, она прогорит, все нормально, сделаете все по инструкции, но ни одно насекомое не погибнет. И если судить по ценам, вот эта фас у нас стоит 47 рублей, а это 120, по-моему, я отдавала, в 3 раза дороже, эффекта никакого. Мне уже сразу, после того, как я про нее вот прочитала инструкцию, сразу писали, там девушка одна писала, что белокрылка не помогает, зря не говорите, но я же сразу сказала, что это новинка, пользуюсь ей первый раз, и я только читала инструкцию, вот то, о чем говорит производитель. Но на самом деле, действительно, не только белокрылка, белокрылки у меня нет, но вообще я говорю, что ни одно насекомое от этой шашки не пострадало, не то, что не погибло. Все эти червячки живые, я сейчас грунт вот копаю, я вижу, как они жили, густо населена была теплица ими, так они и живы, все. Имейте в виду, я не буду, конечно, говорить, что не покупайте эту шашку, может быть, кому-то поможет, мне не помогла совсем никак, нисколько. Вот эта новинка, табачная шашка вулкан, до свидания. С вами была Ольга Чернова со своим разочарованием от применения шашки вулкан.